Нью-Йорк снова переживает сейчас тревожные дни. И на этот раз это не снежные заносы и не капризы погоды. На сей раз это деньги. Как выясняется, запасы городского бюджета почти полностью исчерпаны, поступления в него сокращаются, и городу грозят серьезные осложнения. Пока что внешне это мало в чем проявляется. Как и обычно, спешат на работу и с работы люди. Все так же в часы пик потоками автомашин забиты городские улицы. И, как всегда, ни днем, ни ночью не затихает жизнь на шумном и сутолочном Бродвее. Но все это может нарушиться. И об этом хорошо знают жители города. Такое уже было здесь. Было ровно 2 года назад, когда Нью-Йорк оказался на грани финансовой катастрофы. Тогда тоже кончились деньги, и спешно закрывались в городе больницы и школы, закрывались многие учреждения, были уволены многие тысячи городских служащих. Это мало помогло, и чтобы спасти город, на помощь ему пришли федеральные власти. Вашингтон решил выделять Нью-Йорку денежные субсидии под проценты. Но теперь кончается помощь, дополнительные деньги в Вашингтоне отказываются давать, а сам город не в состоянии справиться с нарастающими финансовыми трудностями.